Ботанический сад. Хосты цветут. Это оранжерея здесь. Мы уже в оранжерее побывали. А сейчас сходим, территорию обсматриваем. Около оранжереи высаженные. Флоксов много, всяких сортов. Ой, всякие, Ира. Тут все в основном флоксы, кстати. Смотрите. Красота. Хосты и флоксы. Ну, что-то тут еще вот как-то называются. Вот. Ну, как, не знаю, тоже флоксы, что ли? Вот это вот тоже-то? А, да, флоксы. Вот, посмотрите, красиво. Красивые, красивые. Вот это все такая длинная-длинная грядка. Хосты. Флокс анкатор джус. Он еще не цветет. Поздний, попозднее будет цвести. Милый друг. Вот он, милый друг, видите? Фламинго. Фламинго. О, красивые всякие. Ой, Оленька тут есть. Андрейка, посмотрите. Это Андрейка называется, флокс. А вот это Оленька. Нежные. Всяких сортов, оказывается, у нас хост. Флоксы-то всякие. Белый. Пирамидальный. Ой, как красиво. Все-таки мне понравилось. И все-таки нам понравилось. Побывать здесь, в ботаническом саду, нам очень понравилось. Нисколько мы не пожалели. Где? А, вот он, да. Анастасия флокс, посмотрите, да? Ой, ароматные. Районант. Тайна. Ах, это тайна. Песню-то помнишь такую? Цвет-то какой, а? А вот тут-то какой красивый цвет, а? Это сказка называется. Ух ты. И Эсбах. Флокс. А, да. В честь его. А это сказка. Ага. Сказка вот этого, да. Очень красиво. Вот так вот. Ну, фоткай. Это приблизил. Ой, это все тут хосты. Здорово, конечно. Это тут у нас розы. Посмотрите. Какие красивые они, какие интересные, а. Ой, аромат какой, а. Вот сейчас посмотрим. Посмотрим тут розы. Ой, вкусно как пахнут, а. Просто вкусно пахнут. Розы в ботаническом саду. Всякие тут, всякие. Ой, а тут целый куст. Целый куст. Как называется? Мускусные шрабы какие-то. Вкусно пахнет. Там флоксы были, тут розы. В общем, короче, надо разводить все-таки розы. Очень красиво, очень вкусно пахнут. Такие тоже мускусные шарабы, наверное. Тут только еще зацветают. Тут уже отцвели, по-видимому. Тут какая-то ветвистая. Австро-Венгрия. Сорт Гешвинс-Орден будет. На шпалере она. Ой, красота какая. Маленький, мелкий, но как много. Настоящие плетистые. Обрабатывают, наверное. Розы же поражаемые такие всякими. Вот уже отцвели.
Народу запоявлялось. Мы приехали, вообще никого не было почти. Один-два в поле зрения людей. Ой. Любовался бы и любовался такой красотой. Ой, посмотрите-ка. Красота. Просто красота. Отцветает тоже. Вот создание белое. Белла. Белла роза. Это чайная, что ли, роза? Она тоже быстро цветает, конечно. У меня такая была на севере. Она быстро что-то цветает. Гибрид макранта. Это мне давала надежда моя сестра. И она у меня разрослась. Но она быстро цветает. Но вкусно тоже очень пахнет. Ой, люди там. Девчонки радуются красотой такой. Вот такой этот человек. Плетистая. Ой, какими шапками цветет вообще красота просто. Просто красота. Руками скажешь, нельзя трогать. Ну как не потрогать такую красоту, не показать. Ой, прямо такими, господи, очень красиво, просто очень красиво. Их укрывают здесь или как, интересно. Все вам показала. Надо читать о розах и разводить, наверное, тоже их. Ну что, красиво, да? Очень красиво. От нее запах. Ой, обалдеть. Очень красиво.